Ну что, гололед подтаяло, тягач не смог встать под прицеп, зацепиться. Провалился, сейчас мы выдрали его вперед. Выдрали вперед. А теперь наша задача его обратно загнать мимо ям. Вот, вытащили мы его вперед сначала. А теперь нам нужно его обратно загнать, но уже под шкворень поставить, то есть зацепить его. Опять будем вытаскивать его сейчас вперед. И теперь он взорвался до я, потому что ну, это сколько можно продолжаться, и нужно до утра так развлекаться здесь. Мне это не очень нравится. Дубль 2. Вытаскиваем его снова. Сейчас мы снова куда-то закрываемся.